Барби! Привет, Барби! Пока, Барби! Мои игрушки! Мишки больше нет! Нет! Теперь это мои игрушки! Пока! У меня не осталось ни одной куклы! Как мне теперь играть? А это что? Цифровой цирк? Вау! Мне нравится эта куколка! Она потрясающая! Привет, помни! Я Фиби! Привет, Фиби! О, у меня есть чудесная идея! Что это? Настоящая сумка с инструментами! Размер подошел, спасибо! Я так рада! Инструменты есть? Можно приступать к отделке фасада. Нанесу побольше краски и за дело. Скучный белый домик превратился в веселый полосатый цирк. Что это? Спасибо, но можно было и предупредить. Вход украшу лампочками. Но одной не хватает. Что делать? Это легко исправить. Держи. Благодарю. Работает. Великолепно. А я смастерила украшение для крыши. Прикреплю понадежнее. Теперь ты. Это отличная идея. Спасибо. Не стоит благодарности. Окантовка крыши завершена. Рулетка и маркер? Но что с этим делать? Знаю. Измерю высоту и ширину. Что она задумала? Здесь будет дверной проем. Какие огромные! Мне их не удержать. Может, попробуем канцелярский нож? Только маленький. Подходит. Теперь я мигом справлюсь с этой задачей. Еще немного. Мастерство кунг-фу не подведи. Дверной проем готов. Впечатляющий результат. Думаю, вход стоит украсить эффектными шторами. Раз и два. И привяжем их лентами. Я придумала кое-что интереснее. Вырезаю детали из картона. Что это? Дублирую детали из цветной бумаги. И склеиваю все вместе. Украшаю звездочками. И эффектный подиум готов. Осталось только аккуратно его установить. Помни осторожно. Мой колпак! Нужно его вытащить. Застрял крепко. Придется двигать подиум. Получилось, наконец-то. Теперь верну все обратно. Ауч, заноза. Лучше надеть перчатки. Это мило, но как-то пусто. Сейчас все исправим. Половинки втулки обклею цветной бумагой. Добавлю детали. И цирковая тумба готова. Сделаю еще парочку. Отлично. То, что нужно. Фиби, ты куда? Посмотри, как красиво. Теперь можно играть. А это кто? Вот ты где, помни. Ага, у тебя тут кукольный домик. Я уничтожу его. Расплющу. Мой кукольный домик. Поставьте лайк, не дайте Кейну разрушить дом. Ха-ха-ха. Умоляю, нужно 2000 лайков. Кто-то звонит. Алло? Стоп, Кейн, стоп, Кейн. Так тебе и надо. Спасибо, ребята. Я еще вернусь. Ты самый настоящий злодей. Спасибо за помощь, друзья. Мы от него избавились. Продолжим. Что еще ты придумала? Картон обклеиваю цветной бумагой.
собираю квадратную коробочку. Чем больше, тем лучше. Смотри внимательно. Смотреть? Ясно. Я поняла, что нужно делать. Из бумаги вырезаю глазки и раскрашиваю. Получились глазастенькие коробочки. Нравится? Очень. Сообщение? Почтовый ящик за $1000? Нет, спасибо, я такой сама могу сделать. Корпус шариковой ручки разрезаю и закручиваю колпачок. Раскрашиваю яркими красками. Из картона сделаю основание. И приклеиваю почтовый ящик. А я закончу отделку. Приклею глазки. Здорово! И мне нравится. Я проголодалась. А это еще кто? Алло, слушаю. Да-да, мама. А, гигантский бургер! Конечно, его поем обязательно. Он разрушит мой дом. Фиби, прекрати, Фиби! Пожалуйста, напишите в комментариях «Стоп, бургер!» Спасите меня! Стоп, бургер? А что это значит? Быстрее! О, нет, прости, помни. Фух, спасибо вам, ребята. Фиби? Я случайно. О, коктейльная трубочка мне пригодится. Разрезаю. Приклеиваю бусинки. Крашу деревянную палочку. Вау! И устанавливаю трубочки. Добавляю ленточки. И у тебя теперь есть ограждение, как у самой настоящей знаменитости. Вау, я в восторге. Я так рада. А теперь займемся интерьером домика. Прокрашу все стены изнутри ярко-желтой краской. Нравится? Очень. А что еще мы добавим? Я уже придумала. Звезду-светильник. Вау, спасибо. Повешу на самое видное место. Красота. Пришло время заняться полом. Он будет совсем как шахматная доска. Впечатляет. Спасибо. Повырезаем еще немного. Из картона вырежу несколько прямоугольников. Что ты задумала? И картон превратился в дверь. Я так тоже умею. Держи. Спасибо. А что за первой дверью? Ой, как неловко. Фиби, посмотри. А, проваливай. Упс, закрывай скорее. Прости. Мы не хотели. Эти двери украсят противоположную стену. А эта дверь куда ведет? Вау, привет, волчонок. Я обожаю твой танец. Картон, спасибо. Вырезаю маску. И рисую мордашку. Ленточка тоже пригодится. Аккуратно приклеиваю маски. И у меня получилась настоящая гирлянда для украшения стены. Отличная работа. Смотри, что можно смастерить из обычных спичечных коробков. Склеиваю две детали вместе и обклеиваю белым картоном. Теперь у тебя есть прикроватная тумбочка. О, а есть у тебя цвета поярче? Поярче? Конечно, забирай. Спасибо. Теперь я смогу украсить тумбочку так, как мне хочется. Она будет розовая. А
А ящик зеленый. Супер. А подушки у тебя не найдутся? Найдется пара. Вау, теперь тумбочка и правда прикроватная. Фиби, мне бы еще пуфик. Окей, я скоро вернусь и жди. Какой чудесный домик. Это Коуф? О, Фиби, скорее сюда. Фиби. Пожалуйста, поставь лайк. Нужно 5000 лайков, и он остановится. Прошу, ставьте лайки скорее. Получилось. Проваливай, монстр. Ух, сработало. И все, съеденное вернулось. Спасибо вам, друзья. Это ты? Вернулась, наконец. А у меня есть идея. Втулка от бумаги уже готова. Наношу клей и оборачиваю тканью. Проклею со всех сторон. И украшу полосками. Добавлю сиденье. И окантовку. Этот пуфик для тебя. Теперь здесь очень уютно. Здорово. Я даже проголодалась. Мой любимый Сникерс. Ой, чего не хватает. Фиби! Эй, поаккуратнее! Забирай. Прости. Это тебе. О, спасибо. То, что нужно. Проволоку оборачиваю фольгой. Перематываю малярным скотчем. И обклеиваю воздушным пластилином. Добавлю мох. И у меня теперь есть собственный цветочек. Это восхитительно. Лучшего дома не сыскать. Спасибо, что поиграла со мной. Но теперь тебе пора возвращаться. Я буду скучать. Ты и ты, хотите ли вы попасть в мой цирк? Конечно же вы хотите. Ну что ж, идите ко мне. Где это мы? А, ты! Почему ты так выросла? Мы же были маленькими. Вот это скачок роста. Эй, что ты сделал с нами? Вы должны перевоплотиться в моих любимых Помни и Джакса. И только тогда вы сможете выбраться отсюда. Что? Понятно. Как стать Помни? Как стать Джаксом? Ребята, пожалуйста, помогите нам. Скорее ставьте лайки этому видео, чтобы мы смогли выбраться из цирка. Пожалуйста. Получается. Наивные малышки. Ничего у вас не выйдет. Упс. О, какое горе. Мы тут застряли на веки вечные. Ну уж нет. Я в этом участвовать не собираюсь. Раз так, получайте. О, мамочки, землетрясение. Тебе нас не напугать. Что? А куда он подевался? Ну что ж, приступим. Сначала очищение. Что она там делает? И что делать мне? Я ничего не смыслю в косметике. Бррр, я останусь тут навечно. Э? Что за музыка? Я быстренько сделаю себе макияж. Начну с тона. Э? Да она профи. Ты слишком хорошо все делаешь. Моя рука. Ну, так нечестно. Для макияжа мне хватит и одной руки. Вот увидишь. Переходим к контурингу. Не забыть про консилер. И мягкая растушевка. Теперь глаза. Выбираю подходящую гамму теней. И даже смогу подвести нижнее веко.
Для ровных стрелок достаточно и одной руки. И тушь, не проблема. И добавим лавандовый оттенок. Копировать, вставить. Все готово! О, моя рука вернулась. Привет, подружка. Посмотрим чек-лист. Макияж есть. У нее так красиво получается. А с чего мне начать? Я даже тюбик открыть не могу. О-оу, кажется, ей нужна помощь. Что там у тебя? Я не знаю, с чего начать. Помоги. Вот твой порядок действий. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Стоп, а где третий пункт? Тут должна быть мицеллярная вода. А где она? Понятия не имею. О, ребята, пожалуйста, напишите в комментариях, где наша мицеллярная вода. Вы ее видите? О, вот она! Спасибо, ребята! Ура! Ну все, дальше ты сама. Окей, приступим. Сначала очищение. Теперь линзы. Белый тон. Подводка глаз, темные брови, активные ресницы, красный румянец. Остались только губы. Я это так не оставлю. Ты слишком хорошо справляешься. Отличная песня. О нет, мои руки, они совсем меня не слушаются. Что это с ней, бедняжка? Я не могу остановиться. Помогите. Окей. Хватит. Сиди ровно. Порядок. И сними эти наушники. Что это было? Фух, молодец. Макияж готов. Дальше одежда. Так. И из чего мне сделать одежду? Посмотри туда. Что? Это гримас? Ну все, только попробуй сунуться к нам. Я тебя вырублю. Со мной лучше не связываться. Тише, тише. Это моя доставка еды. Спасибо, курьер. Окей. Стой. А где мои чаевые? Вот тебе. Сдачи не надо. О, а вот и ткань. Я пошью себе классный костюм. А где же мне взять ткань? Я никогда не сделаю себе костюм. О, а вот и ткань. Ну уже, шорты, идите сюда. Давайте. О-оу. Теперь у меня тоже есть ткань. Можно шить. Давай, удачи. Юбка готова. Теперь займемся пуговицами для комбинезона. Залью желтый термоклей в круглые силиконовые формы. Быстро остудить. И готово. Сделаю отверстие для нитки. Идеально. И прикреплю подтяжки. Полдела сделано. Смотри. А мне нужно вырезать двухцветные детали для моей кофточки. Отлично. Сошью их вместе. Готово. Какая красота. Оу, не хватает пуговиц. Они будут желтого цвета. Вырежу два круга. И наполню их синтепоном для объема. О, похоже на маленький пельмешек. Сшиваем. Костюм готов. Ура! О, нет! Что ты делаешь? Положи ножницы. Пожалуйста, не надо! Мы же друзья! Вот так поворот! Я должна снять это наваждение. Посмотри сюда. Отпусти ножницы и вернись в свое сознание. Оу, прости. Я просто хотела срезать эту нитку. Держи. Да уж, неловко получилось. Но мой костюм не пострадал. Так красиво. О да, очень мило. Мой наряд тоже готов.
Одежда есть. И как же мне сделать себе прическу? Кто мне может помочь? О, Эшли, смотри! Это кнопка вызова парикмахера. Нет, пожалуйста, не нажимай ее. Я нажму, хорошо? Нет, это плохо. О, нет, это не парикмахер. Стоять! Мы вызвали парикмахера. Держи ножницы и берись за работу. Ножницы. Смотри внимательно. Вот так резать нельзя. Ты понял? Тебе никогда не стать парикмахером. Ты недостоин этой профессии. Исключен навсегда. Я докажу учителю, что он был неправ. У меня появился шанс. Главное, не двигайтесь. Я все сделал. О, какая красота! Серьезно? Хаги оказался парикмахером? Это цирк какой-то. Спасибо большое, Хаги, ты лучший. О, мне очень приятно, пока. Отличная прическа. А что мне сделать со своей головой? Это все не то. О, вот эта краска для волос мне подходит. Теперь нужно немного подождать. О, как долго. Кажется, я проиграл. Какой позор. Упс, но сколько еще ждать? О, отлично, можно снимать. Мне идет этот цвет. Следующий шаг – шапка. Но где мне ее взять? О, придется отправиться на поиски. Шапка, ты где? Рука! Фух, соберись, помни. Спайдерман, привет. Не знала, что ты тоже здесь. О, кажется, он здесь давно. Но мне очень нужна твоя шапка. Как отвратительно. Фух, есть. Не хватает помпонов. Эй, паучок, не поможешь? Без проблем. Держи. Спасибо. Всего хорошего. Шапка готова. Этой маске нужен другой цвет. Нужно помешать зайцу. Вот и нужная краска. Хорошенько потрясем. И поехали. О-оу! Хватит. Прости. Дурацкий баллончик. О, смотрите-ка. Маска покрасилась. Прекрасно. Вот, держи. Я сделала для тебя хвостик. Спасибо большое. Как раз его мне и не хватало. Маска есть. Теперь мне нужны сережки. У меня для них все готово. Сначала вырежу кружочки. Нарисую черные зрачки. Еще два кружочка из фоамирана. И сделаю из них веки. Приклею гвоздики. И мои Джакс-сережки готовы. Вау! Посмотрим. Мне тоже нужны сережки. Ясно. Сделаю сережки из того, что есть. Нарисую все карандашами для глаз и губ. Прекрасно. Вырежу. И мои сережки готовы. Последний пункт – перчатки. Из чего же их сделать? Вот вам маленький примирительный подарочек. Нет, там явно какой-то подвох. Ну ладно, посмотрим. О, там перчатки. Как удачно. В знак нашей дружбы и любви. Простите меня. Снова купились. Посмотри, мы закончили наши чек-листы. О да, мы справились. Помни и Джакси. Вы молодцы, дамы.
Что? Куда он опять делся? Поздравляю, вы отлично справились. Ну, и когда ты отправишь нас домой? Домой? О, нет, вы останетесь тут навечно. Разве что это видео прямо сейчас наберет 1000 лайков. Я вас отпущу. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк, умоляю. Мы очень просим. О, спасибо, вы лучше всех. Что? Нет. Ты нам обещал, ты наглая вставная челюсть. О, мамочки, куда она пропала? На выход, быстрее. О-оу. Чашечка прекрасного циркачина. О, нет, кто-то попал в пустоту. Хватит, пора возвращаться. Лучше не соваться в пустоту. Меня сейчас тошнит. Фу! Что-то расхотелось. Я хочу домой, к маме и папе. Забудь про них. Теперь мы твоя новая семья. Что? О, нет, нет, нет! Вот так намного лучше. Слишком громко. Мои бедные уши. Точно, у меня же нет ушей. Окей, уговорили. Если это видео наберет 20 тысяч лайков, я выпущу вас отсюда. Ура! Здорово. Я ничего не слышу. Юху! Какие наивные. Я знаю, что вы им не поставите 20 тысяч лайков. И они останутся тут навсегда и будут выполнять мои задания. Что? Я поставлю лайк этому видео. О, спасибо! Огромное спасибо! Чао! Я пойду первым. Понятно. Это не моя дверь. Рогата, это для тебя. Вперед, куколка. Не бойся, ты все сможешь. Не смотри, я тебе помогу. Иди. Рогата, милая, у меня как раз готово для тебя маленькое испытание. Тебе нужно найти все части зубла и собрать его. На все про все у тебя есть 60 секунд. Что? Пока. Проклятье! Куда же его разбросало? Где его тело? Ладно, соберись. Ты все сможешь. Надо действовать быстро. Вот так это будет нога. Есть, но этого мало. Где же остальное? Туловище, вот оно. Мне не достать. Вау, это батут. Попробуй прыгнуть повыше. Получилось. Окей, вставим ноги на место. Вот так уже лучше. Времени мало. Слишком легко. А вдруг это какая-то ловушка? Фух, все в порядке. О, нет, 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 нет! Ауч, мой глаз! Прикреплю руки. Отлично. О, нет, время на исходе. Пузырек, стой! Отдай мне голову! Мне очень нужно! Мое! Получилось! Все части зубла на месте! Оу! А я уже ухожу! Я справилась! Смотри, нас снимают! Эй, ты, иди сюда, возьми крупный план! Только меня! А вот и мой выход, подвинься. Я готов. Приветствую тебя, Джакс. Это будет твое личное испытание. Да, я давно готов. Что делать? Чао, какао. Мамма мия, пицца, паста, ламборгини. О, скузи. Белиссимо крольчино, перфетто, мольто густо. Присаживайтесь, пер фаворе. Это будет белиссимо ужин.
Немного зелени для вкуса. О, ке белле аморе! Что происходит? О, скузи, немного отвлекся. Нет-нет, еще рано. Ням-ням. А это что? Главное блюдо из крольчатины. Мне уже пора. О, мио аморе, нужен соус из сливок. Белле аморе, я тебя не отпускал. О-оу. Крольчино мио! Что происходит? Стоп! Смотри, что у меня есть! Нет-нет, только не спагетти! Бум! О, мио бомбино! А теперь еще больше! Но, мама мия, муэрто спагетти! Ммм, вкусная пицца! Пицца белла! Упс, ананасы. О, нет. Ну зачем ты так? А вот так? Ммм, отличный сэндвич. Мое сердце не выдержит этих издевательств. О, да, я победил. Ауч, но я все равно крут. О, моя дверь. Тук-тук, есть кто дома? Я сказала, открывайте! А! Ауч! Мне никогда отсюда не выбраться! А это еще кто? А! Пустите! Пожалуйста, скорее! Что это? Надо собрать имя? Фаукмо? Нет? Ладно. А может, вот так? Мауфко, ты уверен, что тебя назвали не так? Упс, тогда... Кауфмо, это подходит? О, мамочки! Ауч, а можно поаккуратней? О, ты уже здесь, прекрасно. Ты у нас, помни? Да, это я. Отлично. А это кто? Королёр. Одну минуточку. Я тебе не верю. Это Джакс, точно. Я не потерплю обмана. Раз тебе так нравится перевоплощение, вот тебе еще одно. О-оу. Нет, нет, помни. С тобой мы еще не закончили. Посмотрим, чего боишься ты. О, нет, нет, нет! Дамы и господа, предлагаю вашему вниманию самый яростный бой тысячелетия. В правом углу ринга мама. Привет, детка. Мамочка. А в левом углу ринга папа. Привет, малышка. Папочка. Раунд первый. О, нет, пожалуйста, не надо! Ты что это устроил, слизняк? Это ты что устроила, выхухоль? Нет, прекратите! Вот что им нужно, любовные пузыри! О, моя любимая! О, мой любимый! Я тебя люблю! Я вас люблю. Но куда они опять исчезли? Так нечестно. А вот и дверь. А ты видела мои бицепсы, рогата? Помни, привет. Ты справилась, молодец. Как я рада. Дверь. Нам туда, на выход.
Стоять! Куда это вы собрались? Никакой выход вам не светит. Ребята, вы же не поставили им 20 тысяч лайков. И они остаются здесь навсегда. Я с ним разберусь, дамы. Я! А? Что происходит? Это новое приключение для всех. Танцевальный конкурс. Просто танцуйте, ребятки. Что это такое? Э? Эй, смотри! Нам нужно за этим повторять. Я больше не могу. Может, хватит? Нет, шоу должно продолжаться. Вот ваше новое задание. Помогите, я застряла. Что вы себе позволяете? Я здесь главный. Вы все будете делать то, что я вам велю. Это мой цирк и мой мир. Размечталась челюсть. Ой, куколка, спрячь меня. Фух, я отстал от него. От меня не спрячешься. Упс, наивный кролик. Где это я? О, нет, Джакс, где он? Ты следующая. Нет, помни, берегись. Нет. Помогите. Теперь никто тебя не спасет. Бежать. Приветики. А, нет. Точно, мой планшет. Где же он, где же он? От меня не спрячешься, крошка. Цифровой цирк. Удалить. Минуточку. Кто это сделал? Нет. Получилось. А что теперь? Все исчезает? И я исчезаю. Что происходит? Неужели я поступил в колледж? Ну надо же, теперь я Бан-Бан. Отлично. Эй! Только не это! Идем со мной. Что тебе от меня нужно? Поиграем? Нет, пожалуйста. Приготовься стать монстром. Нет. Стой. Что? Нет, 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 Бан-Бан. Ты не сделаешь это. Что? Ты же не такой. Ладно. Привет, не бойся. Бан-Бан не всегда был плохим. На самом деле, он хороший. Правда, милый? Я расскажу тебе его грустную историю. Время ланча. Мой вкуснейший сэндвич. Тебе вредно есть только мучного. Этот сэндвич будет моим. Ха, неудачница. Ладно, вот мой сэндвич. Угощайся. Вау! А это ты, Бан-Бан? Я не ем фрик-сэндвич. А вот это обидно. Как грубо. Ой, забыл. Что? Они издеваются над беззащитным? Так нечестно. Ну, я вам покажу, буллеры. Отстань от парня. Он же меньше тебя. Так нельзя, слышите? Смотрите мне. Теперь все в порядке? Нет. Вообще-то мы так играли. Ты вечно все портишь, лузер Бан-Бан. Над тобой же издеваются. Как такое может быть? Ну ты зануда.
Да ладно вам!